Владивосток-2000 странно действует на людей. Центробанк снял клип о том, как новые купюры меняют окружающих. По сюжету некая журналистка по имени Алина Ефремова проводит эксперимент. Она заходит в торговый центр с новой 2000-й купюрой и пытается расплатиться. Затем происходит невероятное. В съемках ролика приняли участие несколько десятков людей. Среди них пожилые люди, пары с детьми и сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Клип разлетелся по социальным сетям и уже набрал более 600 тысяч просмотров. Особенно он полюбился жителям Владивостока. И сейчас вы поймете, почему. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, вы стали хвая. Владивосток 2000. Едва удержалась, чтобы не подпеть. А, кстати, Центробанк поступил честно и купил у группы «Мумитроль» право на использование известных строк. Финансисты заплатили больше 2000 рублей новой купюрой группе.